А куда ты идешь? В музей. В какой музей? Рядом же только наша школа. Правильно. Я недавно знала, что в нашей школе работает школьный музей, посвященный Великой Отечественной войне. Ой, слушай, а тебе очень повезло, ведь я состою в музейной группе. Я могу провести для тебя экскурсию. Пойдем? Пойдем. И дрогнула в тот день советская земля, и небо затянуло черной пеленой, и слышен страшный гул орудий стал. Глухое утро грянул гром войной, когда пришлось оставить в прошлом жизнь счастливую, объединила все сердца любовь. Солдаты песню затянули ночью зимнюю, а утром храбро шли в кровавый бой. Горели беспощадной яростью глаза защитников страны отважных. Уж он тихонечко катилась слеза. Как жить? Уж умереть не страшно. Как жизнь кипящая внезапно прервалась для тех мечтательных, молодых совсем ребят. Должны мы помнить, это наша власть. Живем мы на плечах былых солдат. И молодость пылала, как огонь. Глаза сверкали. Новый день принес не радость жизни, только боль и множество мучительных потерь. Для нас, конечно, это миф. Такого и врагу не пожелаешь. Но помнить мы должны своих, всех тех, что храбро воевали. Почти 4 года их ломали, победы уж никто не ждал. Но в жилах кровь кипела, и бойцы вставали. С коленей снова в бой. Настал финал. Прошло немало, 75 лет. А День Победы празднуем мы гордо.